Вы необычный человек, мистер Берг. Говорите на 7 языках, спортсмен. Физически более чем готовы для этой работы. Какой работы? Есть причины считать, что с начала войны немцы ведут разработки бомбы. Этой программой руководит Вернер Гейзенберг. Нужно подобраться к нему и узнать, насколько немцы близки к результату. Добро пожаловать в разведку, мистер Берг. На кону миллионы жизней. Есть вероятность, что такое оружие принесет нам поражение. Нужно действовать радикально. Вы не можете позволить себе сдаться. Ты знаешь, что я люблю тебя. Пришел сюда попрощаться? Я вернусь. Это первое задание? Я никого не убивал. Если вы об этом. Это не так трудно, как кажется. Я не знаю, верите ли вы в Бога, Берг. Но я попрошу своего вам помочь. А если Гейзенберг за нас? Надеетесь, что переметнется? Если до этого дойдет, вы сможете его убить? Один миг может подтвердить существование бомбы. Миг, и вы все узнаете. Ваш ход.